Пап? Не сейчас, Хэви, я занят. Тут такое дело, тебя как бы вызывают в школу. По какому поводу? Этот отвратительный внешний вид, это одежда, эти длинные ужасные немытые волосы. Это все? Поскольку мои неоднократные призывы к твоим родителям не были услышаны, я вынуждена принять радикальные меры. Эй! Будем считать это приглашением. Хорошо. Бедный мальчик, видимо, из неблагополучной семьи. Определенно. Адекватные родители не назвали бы своего сына Хэви. Я вообще не удивлюсь, если его отец даже не соизволит. Добрый день! Насколько мне известно, вы недовольны поведением и внешним видом моего сына. А вы, я так понимаю, Себастьян. Можете называть меня Глэм. Так вот, Глэм. Глэм. Неважно. В нашей школе внешний вид и поведение вашего сына не считается нормальным. Хотелось бы... А в вашей школе считается нормальным применять столь радикальные воспитательные меры? Если учесть ужасное поведение, отвратительный внешний вид и полное отсутствие должного воспитания, то да, я считаю это абсолютно нормальным. В таком случае я считаю нормальным это. А это всегда тут было? Меры не приняты, вид отвратительный, поведение тоже. Срочно, родителей, срочно, родителей! Опять папу? Папу нет, не надо. Твой папа неадекватный. Пусть приходит мама, с женщиной мы найдем общий язык. Она разозлится. Вот и замечательно. Ну, как вам сказать? Лучше ее не злить.